в субботу на ТВ Рус. Солдат, который шел на войну, он понимал, что он защищает тех своих родных и близких, которые остались у него за спиной. Какие времена, такие и песни. Как никогда эта фраза зажила на войне. В какой-то момент понадобились песни, которые прошли проверку на передовой. И все песни, они именно создавали вот тот самый дух, который позволил нам в этой войне победить. Годы войны подтвердили, что песня – это настоящее оружие. Эта песня до войны была записана всего лишь один раз. Эта песня смогла дойти до Берлина. Мотив достаточно примитивный. Текст меланхоличный. Как незатейливой советской песне удалось победить в музыкальном сражении? Под грохот канонад. Синий платочек против Лили Марлен. В субботу на ТВ Рус.